Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Shadow Tactics Клинки и Сёгуна. Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Ну что ж, мы с вами продолжаем пробираться к этому набору. Сейчас первым делом надо будет сюда всех поближе притащить. Допустим, Аика пока давай... А, ты же сейчас у нас не можешь. А ты можешь у нас здесь тоже прыгнуть? Да, чтоб нам сократить путь в конце концов. Давай сюда. И пока сюда. Ты давай посиди здесь. Хаято. Ну вот теперь сейчас будет работа для Хаято. Нам надо избавиться от этого сукуна, который постоянно ходит ссать. Надо только сделать это так, чтобы патруль его не спалил. Ну для начала надо, блин, как-то перебраться. Тихо. Тихо, тут патруль. Патруль, патруль, патруль. Я даже знаю, как мы будем перебираться. Блин, здесь нас могут запалить. Но может, пока он будет с охранником с ним разговаривать, мы свалим. Хотя здесь бы, наверное, не помешала бы помощь Аико. А, он с ним вообще не разговаривает. Хм, так что да. Где Аико? Давай пока сюда. Югана кайкетс хо, не? 計画実行中. Не-не-не-не. Мне не нужен крюк. Мне надо, чтобы ты пришла на край. Сюда. Отлично. Ждем момента. Все, молодец. Все, молодец. Благо, мы здесь от снайпера избавились, так что все нормально. Тогда пока постой здесь. Неплохо. Неплохо. В следующий раз... А, ты у нас здесь палишь, кстати. Вход. Да, вход палит. Ну, в принципе, тогда сюда давай беги.
Да, отличненько все. Молодец. Пока постой здесь. Ты у нас здесь не палишь, когда заканчиваешь стрельбу? Мне надо как-то найти подходящее место для того, чтобы... Ну-ка, Юки. Давай сюда. Мне кажется, вряд ли у тебя получится здесь его затащить. Это однозначно. Они даже сюда не доходят. Да. Не доходят. Пока сохранимся. Давай пока сюда. Тихо, тихо, ты чё? Сядь давай. Было бы здорово, конечно, если бы они могли втроем его здесь грохнуть. А, ты же у нас не можешь сверхотуры добивать-то, ё-моё, точно. Да, плохо. Плохо. Тогда только выстрел. У тебя только выстрел, и он будет последний, получается. Для тебя. Я совсем забыл. А ты тоже здесь не можешь, что ли, его? Серьезно? Вы здесь не можете, что ли, прыгнуть? Вот лажа-то какая. Блин, плохо. Что-то моя здесь идейка по поводу уничтожения патруля что-то рушится. Ой, как рушится. Не, ну ты не можешь убить однозначно, это я уже понял, сверхотура. Нет, может, почему? Блин, я ж помню, убивал этой сверхотуры, а сейчас почему-то странно. Ну-ка. Не, давай наоборот. Вот я помню, ты у нас веревки точно убивала. Это однозначно. Для тебя сейчас что здесь, слишком высоко, что ли, или как понять? Мне кажется, вы просто сейчас не поделите врагов. Не, ну допустим, подожди, Хаято, в принципе, он может пустить сюрикен. Это не проблема. Куда будут прыгать у нас с вами... А, так мы можем его отвлечь. Точно, дедуля. Дедуля. Давай. Не палите деда, дед нормальный. Не палите деда. Вот хорошо.
Хорошо. Даем команду, значит. Тебе отвлекать. Сейчас посмотрим. Давай, наверное, мы тебя отвлечем и для начала. Чтобы нам смотреть, откуда кто куда будет прыгать. Хорошо. Дебанджа, так, подожди, Дебанджа. Сохранимся. Ну что, дедуля. Юки. Подожди, ты его не можешь? Серьезно? Сейчас меня сейчас немножко тут озадачили, ребята. Так, тогда ваши все задачки я убираю. Давай тогда пока сюда, что ли, я не знаю. Ё-моё. Чё-то как-то вот это сейчас была для меня неожиданность, что Хаята не может кидать у нас сюрикен. Неплохо. 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 Всех троих положили. Ну что? Коко, надо заныкать Коко. Слышь, Коко? Блин, я боюсь, что Хаята запалит. Давай. Фух, молодцы. Молодцы. От патруля избавились, теперь можно избавляться от вас двоих. Как лучше сделать? Правильно. Ты иди внутрь. Ты иди сюда. Можем, мы же сможем его отвлечь. Иди проверяй, кто прячется в тени. Хорошо. Забираем. Не, здесь меня могут запалить. Хотя мы можем, в принципе,
Дедуля, ты у нас где? Джимби кандюджа. И кангайджа, ну. И сакуджа. Ты у нас на Куму-то не работаешь, правильно? Угу. А толку-то здесь? Блин, пока подожди. Пока подожди. А он здесь постоянно будет стрелять, что ли? Ну, пока сохранимся. Ну, наверное, здесь у нас лучше будет вариантом, если мы... Дедок, давай тебя сюда. Ты у нас отвлечешь. Главное, тебя бы не здесь не сцепить. Давай сюда отвлечешь. С помощью зверька. Хаята, давай сюда. Идем сюда. В принципе, как делаем? Отвлекаем зверьком, енотом. Хаята убивает его просто с помощью меча. А потом добивает его с помощью сюрикена. Неплохо. Так это пока отнимаем. Ну что, Хаята? Давай сюда. Кстати, тебя, наверное, тоже можно будет привлечь с помощью зверька, да? Ух ты, хорошая у меня родилась идейка. Ты же у нас здесь зайдешь в двери. Все правильно. Давай пока тебя сюда, пока давай тебя пока наверх. Слушай, ну-ка давай, дедуля, еще разочек. Вот, тебя можно прям сюда привлечь. Ну и все. Отлично. Минус один. Уже будет проще. Уже будет проще. Так, как бы тогда получается, можно тебя, в принципе, наверное, привлечь? Ты у нас пойдешь проверять? Ну-ка, давай-ка. Хаято. Давай в кусты. Юки, тоже давай в кусты. Дедуля. Тоже давай в кусты. Ага. Ну-ка, поставь ловушку. Интересно, он придет проверять? Сейчас посмотрим. Не, слишком далеко говорит. Зараза. А если зверьком? Не, зверек, конечно, тоже не сможет сюда его затащить. Хотя... Сейчас посмотрим. Но вряд ли, если он в первый раз не пошел, значит, он во второй раз не пойдет. Да-да. Он по-любому не пойдет. Ну хорошо, тогда иди, Кума, сюда. Так, Кума, давай наверх. У нас задачка украсть ключ.
Сколько патронов будет? 3. Ну, неплохо, в принципе. Даманджа. Гамарджобова. Блин, у меня здесь могут запалить. Да. Нас здесь могут запалить. О, разработчик, блин. Разработчик, конечно, лучше тогда убрать. Слушай, а ты у нас здесь палишь? То есть, в принципе, мои ребята могут здесь выйти и заныкаться в кустах. Да, в принципе, почему бы и нет. Допустим, дедуля стреляет в него. Самураи здесь грохают. Допустим, Хаята с помощью сюрикена убивает в тебя. А как тебя убить? А вот тебя убить пока под вопросом. Да. Ну, наверное, будет стрелять. Стрелять будет у нас... У кого есть, кстати, патроны? У Хаята закончились. У Юки 2 патрона. У Аика... Вот у Аика последний. Давай, наверное, ее и будем использовать для этого. Хорошо. Пока давайте все сюда. Так, вы давайте ныкайтесь, блин. Молодцы такие ребята хорошие. Пока сохранимся. Сейчас как только самурай уйдет. Отлично. Ну что, заныкались? Значит, Хаята. Хаята попытается его убить. Сюрикеном. Дед, а ты сможешь в него выстрелить? Вот здесь вот. Да, в принципе, почему бы и нет. А, так ты вон аж где смотришь. Юки, даем задание. Отлично, неплохо. Тихо. Хорошо. Сохранимся. Ну что, план действующий, в принципе. Неплохо. Неплохо. Давай, тебе мы избавимся. И давай тащи вот это вот тело. Фу, хорошо. Давай, забирай свой сюрикен.
狙いは外さない。手に入れた。もう終わってるぞ。水のように動け。Неплохо. Ой, а ты что, не избавился от тела, что ли? Избавься. Молодец. Молодец. Ой, иди сюда. Хаят, иди сюда. В принципе, мы прошли. Ключик взяли, правильно? Да. Ага. То есть, в принципе, получается... и в тот колодец, что ли, мы можем попасть? А как сюда попасть, пройти? Подожди, ну дед-то не может здесь пройти, это однозначно. Дед нет. Дед может пройти только вот здесь. А, не, почему? Вот. Спокойно здесь выйдет, спокойно пойдет сюда. Ну как спокойно? Относительно спокойно, потому что здесь, получается, придется тоже избавляться от охраны. И много кого задействовать. Ну, блин, сначала надо забрать маскировочку. Да, маскировочка, блин, нужна. Давай пока вниз. Ой, подожди, это не ты. Дедуля, давай вниз. Давай сюда. Юки, давай сюда. Аши, аши, асаши. Палит ли она здесь его соломенную шляпу? Конечно, палит. Молодец. Теперь как бы нам поступить? Дедуля. Не, видишь, палит ее. Можно сюда, конечно, привлечь. Ёш, вакаттору на. Кума, кикунжа. Кума, ики. Ии каннайжа, но. Шикаке га иппай. Ии сакужа. Кума, мадуасунжа. Шизкогатана-сан ва оясуми. Аёри насай. Кума, томоре. Не-не-не. Все, тащим. Тащим и давай сюда. А, хотя можно сюда. Что далеко тащить-то? Ну что, в принципе, можно тогда и тебя привлечь. Давай, иди сюда, здесь заныкайся. Здесь у нас будет работать Аико. Дедуля. Дедуля, пока давай сюда поближе. Не, подожди, ты заныкайся в кусты. Не, не канает. А, хотя смысл-то какой? Нам дедуля тут, в принципе, не нужен. Ты у нас спокойно и здесь добежишь, правильно? Вот, отличненько. Пока сохранимся. Есть маскировочка. Неплохо. Маскировка есть, уже хорошо. Можем отвлекать охрану, в случае чего. Здесь вроде самураев у нас нет.
Это хорошо. Да, самураев здесь нет. Прекрасно. Будет прекрасно. Но через какой колодец мы с вами пойдем? Здесь-то, в принципе, тоже самураев-то нет. Кума-кума, давай пока сюда. Нет, самурай здесь есть. Один. Здесь нас запалят тогда с маскировкой. А это кто? Чиновник? Ну, я думаю, нам лучшим вариантом будет идти сюда. Правда, для начала придется избавляться вот здесь вот. Вот народу. Подожди, а где? Ты у нас заныкала тело? А зачем сама спряталась? Не понял я тебя. А, ты не сможешь, да, здесь прыгнуть? Блин, я думал, ты сможешь перепрыгнуть. Было бы, конечно, здорово. Вы, главное, сюда можете прыгнуть, а вот сюда почему-то на крышу нет. Странно как-то. Согласись. Сюда могут, сюда не могут. Ну ладно, в принципе, давай тогда сюда. Да ё-моё. Давай тогда сюда. Дедок, пока... Дедок. Давай сюда, в случае чего будешь прикрывать. Хотя пока я не вижу в этом смысла никакого. Тратя здесь патроны свои... понапрасну, это не то. Пока сохранимся... И берем вас. Давай сюда. Пока давай вниз. Плохо. Ну что, давайте даем задание, значит, Аико. Опять же. Ой, задание, говорю, давай. Отлично. А потом все втроем наверх полезете. Ну, наверное, пока не сейчас. Хотя какая разница, он пошел. Все, неплохо. Симпай, срена. Симпай, симпай. Да ё-моё, чё ты паришься? А ты его здесь палишь? Ты, наверное, все-таки нет. Поэтому тебе задание ослепить. Да, блин, задание говорю. Вот я его забросал, блин, порошком. Давай, Юки. Китсунега каричу,
すごい鋭いわ。さっと。тихо, тихо, тихо. 今行くわ。抜き足。Давай, Нукияши, Нукияши, давай сюда. Потому что сейчас он по-любому будет его искать. И как нам быть здесь? Я пока тоже не знаю. Ну, в принципе, как быть? Как быть? Допустим... Хаято. Тебе, наверное, лучше все-таки использовать здесь сюрикен. Согласен. Да. Хорошо. Ага. Нет, пока что-то подожди, у меня пока нет вариантов. Надо будет подумать. Как бы просто сразу от всех избавиться бы. Дед, ты его не видишь? Дед видит только вот этого. У тебя патронов только два. Но если тебя я сюда притащу, то шансы будут еще взять патроны. Поэтому, допустим, ты убьешь его. Хаято. Мне просто интересно, блин, сможет ты его убить где-нибудь вот здесь вот? Если да, то, блин, было бы классно. Походу он сюда не доходит. Да, он все дальше, дальше, дальше. То есть здесь без вариантов, да? А, вот здесь можно его грохнуть будет. Хорошо. Хорошо, тогда получается, подожди, наверное, лучше тебе дать задание. Тебе вот лучше использовать сюрикен на него. А ты у нас попробуешь избавиться вот от него. Хотя вот тут тоже да, был вариант. Не, подожди. Да, как только он будет идти, мы в принципе можем его здесь и грохнуть. Тихо, как-то странно. А, ну правильно, здесь-то будет ближе идти. Поэтому сюда и проходит, и она здесь может его убить. Давай заканчивать болтовню. Все. Ждем также момента. Может, я просто лучше вести, слушай, дружище, а то мало ли. Хотя он, в принципе, будет идти назад. Он никого здесь не увидит. Пока сохранимся. Подожди, а почему тебя вырубить его, а не убить? Еще и ты тут меня палишь. Прекрасно вообще. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо найти подходящее место. Все, неплохо.
Неплохо. Неплохо. Патруль идет. Но я думаю, мы успеем заныкать тело. И, в принципе, можно избавляться от мирных жителей. Почему бы и нет? Потому что они палят всю контору, даже если вызывать сюда патруль, опять же. Они меня здесь запалят. Поэтому идешь сюда. Хаята, идешь сюда. Два задания сразу одновременно даем. Молодцы. Там поспите. Давай сюда. Можно теперь попытаться, в принципе, избавиться здесь от вас двоих. Сюрикен достает, отлично. Значит, ты у нас давай сюда. Ой, нет. Хотя, да, пусть будет маскировка, почему бы нет-то. Тебя здесь никто не запалит, так что будет все пучком. А вот Юки... Тут, в принципе, одного можно позвать. Кто из них первый? До ловушки. Молодцы. Молодцы. Даем проход для деда. Давай вот сюда, вот в колодец. Что ж у нас теперь здесь будет твориться? Как бы... И здесь надо избавиться от всех. Но здесь-то вариант-то есть. Оглушаем его. Тащим сюда в туалет. Считай, мирного жителя у нас уже нет. Но мне бы не помешало бы, конечно, бы взять... Патроны для детка. Ну, тогда получается, сейчас займемся тобой. Отлично. Иди сюда. Считай, ты у нас уже готов. Интересно. Косо-косо-то. Нет, возьми, ты чё? Давай, тащи, тащи, тащи. Сейчас они будут его искать. Сейчас они будут его искать.
Будете искать, нет? Со своего поста? Это же мирный житель. Какой пост? Ты о чем? Ты о чем вообще? Боже ты мой. Пост какой-то. Ну ты, блин, даешь. Какой же это тебе пост? Пост у него, блин, там. Пока сохранимся. Ну и продолжим с вами в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.